بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья, уважаемые сестры, Субханаллах, очень быстро время прилетает. Сегодня мы уже будем четвертый таравих читать. Субханаллах. Так быстро пролетело время. И чем мы ближе приближаемся к судному дню, время еще быстрее летит. И это есть один из признаков судного дня. Поэтому прошу Аллаха, Субхану ва Тааля, чтобы мы были бдительны в этот месяц, чтобы каждая секунда, каждая минута мы наслаждались. Субханаллах, очень быстро этот Рамадан пролетит. Мы не успеем моргнуть глазами, как будем встречать праздник Аид, потом и следующий год, и вот так. Поэтому, как говорят ученые, «Аль-умр хия са'а» — жизнь — это и есть один час. Судный день, когда Аллах, Субхану ва Тааля, всех соберет. В Коране сказал в сурат «Аль-Му'минун» «Каля кам лабистум фил арди адада синин» Аллах, Субхану ва Тааля, всем задаст вопрос и скажет, сколько вы прожили в этой жизни. Кто-то там 50 лет прожил, кто-то 70-80 лет. Раньше долгожители были. Нух, алейхиссалям, только 950 лет к Аллаху призывал. Более 1000 лет прожил. Все одним голосом ответят. «Калю лабисна яуман ау ба'да яум фас'алиль аддин». Все ответят, мы прожили в соотношении к судному дню, к вечности, день или часть дня. То есть будет казаться вся эта жизнь, как будто один день всего лишь. Вот даже, субханаллах, сейчас вот, например, каждому из вас задать вопрос. Расскажите про свою жизнь. Человек 50 лет прожил, 15-20 минут, максимум час, больше, что еще, и все. Вот и вся его жизнь, 50 лет, за один час, если сможет рассказать, расскажет. Может быть, там за 20 минут расскажет про всю свою жизнь. Расскажите, чем, как вы прожили от прошлого Рамадана до этого Рамадана. Вот за целый год что мы сделали? 15 минут, и все, что мы расскажем. Туда съездил, это сделал, все. Альхамдулиллах, кто-то на хадж был. Все, вот так она жизнь пролетает. Поэтому, субханаллах, вот эти каждые ночи, они очень ценны перед Аллахом, субхану ва тааля. И в каждую ночь Аллах, субхану ва тааля, везет утакау минан нар. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, в каждую ночь Аллах, субхану ва тааля, ведет список тех людей, которые спаслись от наказания ада. Субханаллах, когда каждую ночь, субханаллах, это есть, как Ибн Раджаб сказал, как можно не радоваться Рамадану? Ведь Рамадан футтихат абуабуль джанна. Как можно не радоваться Рамадану, ведь во время Рамадана открыты двери рая. То есть не просто пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «футихат», а «футихат» – «мубалага». То есть, как сказать правильно, шейх Руслан? Распахнуты врата рая. Вот так вот Аллах Таля открыл рай. Вот, пожалуйста, открыты они. «Вагулликат абуабуль джанн», «вагулликат абуабуль нар». И закрыты, заперты на замок двери ада. Субханаллах, как можно не радоваться? Субханаллах, каждый день, каждую ночь рай открытый, субханаллах, сейчас. Джаханнам, валь-ияду билля, закрыты. Каждую ночь юнади иль-мунади. Каждую ночь глашатай обращается к нам. Я баги иль-хайр акбиль. О, кто хочет для себя блага, вступи, прими это, постись, молись. Ва я баги шар аксир. И кто для себя желает что-то плохого, не желает блага, тогда не обращай на это внимания. Поэтому, субханаллах, когда мы говорим, уважаемые братья и сестры, про Рамадан, вспоминается аят, и этот аят как каида, как правило в отношении нашей жизни. «Сумма аурасна л-китаба л-ладина стафайна мин ибадина, фа минхум залиму ли-нефси, ва минхум сабик, ва минхум, фа минхум, сумма аурасна л-китаба л-ладина стафайна мин ибадина, фа минхум залиму ли-нефси, ва минхум муктасид, ва минхум сабикум бил-хайрат». Бизниллах. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит, в этой жизни люди делятся на три категории. Первая категория людей – «залиму ли-нефси». Это тот, кто сам себя притесняет. Если в соотношении Рамадану, если мы сейчас будем говорить, как можно себя притеснить? Человек, наступает Рамадан, он заходит в Рамадан поститься, потому что все постятся, да? Но он грустит. Субханаллах, сейчас, значит, наступит Рамадан, я ставлю какие-то свои вредные привычки. Человек курил, сейчас я курить не буду. Как я без сигарет буду днем, субханаллах? Или я вот это вот, такие-то вещи, которыми Аллах, субханаллах, не доволился, я их совершал. В Рамадан я не смогу их совершить. Считай дни, побыстрее бы закончился Рамадан. О, сегодня 4-й таравих, альхамдулилля, еще 26-25 таравих осталось. Иншаллах, потом опять вернемся в ту жизнь, в которой были. Залиму ли-нафси, сам себя губит, сам себя притесняет. Второй, муктасид.
Мухтасид — это тот, кто держится середины, так скажем, золотой середины. Он не радуется, как радуются некоторые этому месяцу. Как все, все постятся, и я пощусь. Было же, как там в кино, все побежали, я побежал. То есть с джамаатом. То есть, ну, у меня родители постятся, семья постится, родственники постятся. Как я буду не поститься? Я тоже вместе с ними буду поститься. Что обо мне подумают? То есть, хорошо, все идут на таравих. Ну, раз в неделю схожу со всеми. Вот такое, то есть, наступило, он более не радуется. А третья категория, субханаллах, да Аллах, чтобы мы все были из этой категории. Сабикум биль хайрат. Спешит к благому. Рамадан еще не начался, он его ждет, субханаллах, за месяц. Субханаллах, Шаабан зашел, сколь Рамадан, наш любимый гость. Субханаллах, как можно ему не радоваться, субханаллах. Рамадан уступил, каждой секундой он наслаждается. Он не читает на таравих, так, имам сегодня чуть-чуть затянул, эх, на 5 минут затянул. Субханаллах, устали стоять. Нет, он даже не чувствует время, для него вообще он не чувствует время. Он в поклонении, он наслаждается каждым аятом Корана, каждым сажда, каждым тилава, каждым дуа, каждым, субханаллах. Аллах, субхану ва тааля, братья и сестры, нам не приказал поститься, чтобы мы там голодали, не кушали или не пили. Нет, не для этого. Аллах, субхану, ганивна ан залик. Аллах, субхану, не нуждается в этом. А для чего? Чтобы мы наслаждались каждым постом. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лисайми фархатан, у постящегося человека есть две радости. Фархатун инда фитри. Первая радость – это когда он разговляется. Вот сейчас, когда муаддин скажет азан на салат аль-магриб, валлахи, я уверен, что сейчас из нас никто не чувствует жажды, иншаллах. И никто из нас сейчас не голоден. Но он прочувствует радость. Не передай словами, что это за радость. Фарха илахия от Аллаха, субхану ва та'аля. Это фархат аль-уля мин аль-фархат аль-уля. Валь-фархат аль-сани мин фархат аль-уля. Это вторая радость из первой радости, когда Аид, когда мы пойдем с вами на Уразай Байрам, когда будет Аидуль Мубарак, Аидуль Фитр, все мы будем радоваться, то, что аль-хамдулилля, то, что мы смогли весь месяц выстоять, весь месяц смогли пропаститься. А вторая – фарахату инда лика и Рабби. Это он будет радоваться своим постом, когда встретится с Аллахом, субхану ва та'аля. Аллах, субхану ва та'аля, скажет, это твои благие деяния, удхулю ль-джанна, абшир, абширу биль-джанна, радуйся раем. Субханаллах, когда тебе человек в этой жизни что-то говорит, общаешься с ним, что-то просишь, желаешь от него, он тебе говорит, абшир, радуйся, то есть не переживай. Представляете, как Аллах, субхану ва та'аля, скажет в судный день, абширу биль-джанна, радуйтесь радом. Ла тахафу, ла тахзану, не бойтесь, не печальтесь, абширу биль-джанна, радуйтесь раем. Поэтому вот это, субханаллах, человек, если он спешит, человек, если он радуется этому, альхамдулля, то тем самым, альхамдулля, он приближается к Аллаху, субхану ва та'аля. Как можно не радоваться месяцу Рамадану? Ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куллю амал ибн Адам лах, илля ссиям, фа иннаху ли, ва ана аджзибих». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис аль-Кудси, сказал Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, «Любое дело, которое делает человек ради себя молится, ради себя дает садака». Иногда люди думают, что он дает из своего имущества, тем самым, то есть в этом его заслуга есть. Нет, он из имущества Аллаха, которое Аллах ему дал, дает тому, кто больше в этом нуждается. И хак отдает. Любое дело для себя, кроме поста, это для меня, и я сам награжу, говорит Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. Представляете, когда нам говорят, например, «Аль-хасанату би-ашри амсалиха», за одно дело человек берет 10 наград, мы радуемся. Когда мы едем в Мекку, нам говорят, один намаз в Аль-Хараме, как 100 тысяч намазов, мы радуемся. Когда в Медине мы читаем намаз в мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, один намаз, как 1000 намазов. Мы радуемся, субханаллах, 100 тысяч намазов, 1000 намазов. Когда мы еще столько прочитаем? А здесь посланник Аллаха, Аллах сказал в хадисе Кудси, кроме поста, это ради меня, и я сам награжу его. Имеется в виду, тут 100 тысяч, даже это маленькая цифра перед наградой, перед величием, перед щедростью Аллаха. Потому что «Иза кала хазаль азим, фа аджурху азим». Если об этом говорит великий, кто сказал, я сам награжу его? Великий, Аллах, субхану ва та'аля. Значит, награда, она очень великая. От великого награда великая. Поэтому, субханаллах, братья и сестры, валлахи, каждую ночь ведется список тех людей, утакау минаннар, те люди, которые спаслись от огня. Знаете, что такое спастись огня? Значит, никогда не коснется его джаханнам. Никогда. Никогда не коснется его джаханнам. Никогда не коснется его огонь. Сегодня тоже будет список Аллаха вести ночью по именам. Такой-то, иншаллах, Айрат, иншаллах, спасся от огня. Асхат, Руслан, Мустафа, все имена, иншаллах. Аллах будет вести такой-то спасся от наказания ада.
Поэтому фурса азим – это великая, великий шанс. Если сегодня мы не попадем в этот список, завтра, иншаллах, давайте постараемся попасть. Завтра не сможем, послезавтра, может быть, мы уже в тех годах попали в этот список. Прошу Аллаха, субхану ва тааля, что спас нас от наказания ада, чтобы сделал нас из обитателей рая, чтобы мы наслаждались каждой минутой, чтобы мы, альхамдулиллах, поклонялись Аллаху, субхану ва тааля, не так, чтобы это быстро прошло, а чтобы мы еще, то есть, не смогли насытиться этим, наслаждались, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит Биляль, радаллаху анху, я Биляль, арихна, о Биляль, дай нам возможность отдохнуть, аддин, призови к молитве. Вот так наслаждался пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям.